Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 320. Преобразуйте произведение и вычислите его значение. 75 умножить на 14 умножить на 18. Давайте преобразовывать. 75 можно разложить на следующие множители. 25 и 3. 14 можно разложить на множители 2 и 7. И 18 можно разложить на множители 2 и 9. А теперь, используя свойство умножения, что мы можем переставлять как угодно множители и группировать их, сгруппируем следующим образом. 25 умножить на 2 и умножить на 2. И оставшиеся множители 3 умножить на 7 и умножить на 9. Мы получим 25 умножить на 4 и умножить 3 умножить на 7 – 21 умножить на 9. Получим 25 умножить на 4 – это круглое число 100, а 21 умножить на 9 умножается устно 189. 100 умножить на 100 – 89. К числу 189 приписываем 2 нуля и получаем 18900. Б. 16 умножить на 125 умножить на 4 умножить на 35. Число 16 разложим на 2 множителя – 2 и 8. 125 оставим, потому что можно увидеть, что 8 умножить на 125 – это 1000, уже круглое число. 4 тоже оставим. И 35 разложим на 2 множителя – 7 и 5. А теперь сгруппируем следующим образом. 8 умножить на 125. 4 умножить на 5. И оставшиеся 2 множителя – 2 умножить на 7. 8 умножить на 125 будет 1000. 4 умножить на 5 – 20. 2 умножить на 7 – 14. Мы получим 1000 умножить. 20 умножить на 14 будет 280. 1000 умножить на 280. К числу 280 приписываем 3 нуля. Мы получим 280 тысяч. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.